Всем привет, народ, у микрофона Мистер Чейзер, вы смотрите мой жестплей канал, и давайте мы вместе с вами заценим никому неизвестную, судя по крайней мере по оценкам в Стиме, и судя по тому, что вообще на Ютубе даже особо-то и видео про эту игру не найдешь, довольно прикольную стратегию в реальном времени под названием Sky Cannoneer. Но она немного необычная, да, вроде как это и стратежка в реальном времени, но необычно сделанная. Суть игры довольно проста. У нас есть такие вот парящие острова, на которых мы строим, знаете, такие вот мобильные передвижные крепости, которые не просто должны выполнять функцию крепости, а которые должны выполнять функцию мобильной и даже, так сказать, наступательной крепости. И должны мы сражаться с точно такими же крепостями, как мы и сами являемся. Игра в Стиме есть, она продается за денежку, и честно, вот у нее отзывов даже недостаточно, чтобы у игры был какой-то рейтинг, да, там отзывы были положительные, смешанные, там, негативные и так далее. То есть вот настолько игра неизвестна, у нее даже есть локальный мультиплеер, хрен знает, как он будет работать, как игра вообще играется. Поэтому я хочу вместе с вами посмотреть, что же это такое. Так, давайте мы просто начнем новую игру без каких-то режимов, потому что это мой первый заход, это мои первые впечатления. Так, жалко, кстати, игра только на инглише. Он спас нас. Небесный лорд приветствует нас на своих небесах над всей чумой. Теперь, те, у кого нет судьбы, мы можем построить все, что мы хотим. Небесный лорд зовет всех командиров, чтобы остановить предателей. Самый молодой ему ответил. Его зовут Дождь, Рейн. А и будет здесь Саб-Зиро? Ну, Псайбот, нет? Или только Рейн будет? Так, окей. А вот и Рейн. А, это девушка. Ой, о май, извините. Так, и что нам нужно здесь, собственно, делать? Мы обнаружили этих предателей. Наши небесные батальоны уничтожат их. Окей, это вы. Так, тут Рейн, так, нажмите на зону, чтобы приблизиться к ней. Так, вот у нас наша крепость, и мы идем сюда, да? Давайте посмотрим, что надо делать. По скриншотам игра вроде прикольная, но у меня есть опасения на ее счет. Так, ну как это перевести в Fateless? Fateless это типа... Чуваки без судьбы, короче говоря. У них очень мощные форты на каждом уровне небес. Но также у них есть Battle Station, то есть целая здоровенная крепость. Так, почему у нас нет Battle Station? Мы ее только заказали. Но у нас есть лаборатория и ученые, которые исследуют ее. Если мы соберем достаточное количество ресурсов, я смогу создать, ну хоть не знаю, хоть губозакаточную машинку, все что угодно. То есть ты можешь создать даже Battle Station? Ну, нет, но... Ладно, я на это и не надеялся. Так, Nimbus One, собственно... Начинаем первую миссию. Ну, посмотрим, как это работает. Пока что все слова да слова. А где геймплей? Nimbus One. Ага. Ага. Беспечные. Давайте их так назвать все-таки. А ну, кыш с этой позиции. Небесный лорд очень миролюбивый и примет вашу сдачу. Лейтенант Талан. Вот именно у них прикольное. Прям талантливый, я бы сказал. Так, мы не просто так с вами сражаемся. Но вы никогда нас не слушаете. Вы всего лишь подчиняетесь ложному спасителю. Мы никогда не будем преклонять свои колени перед убийцей. А, ну почему фанатики никогда не сдаются? Канониры, готовьсь. Так, что делать надо? Выберите форт. В смысле выберите? Вот у нас форт. А, типа вокруг него очень какие-то укрепления. Так. Стройте пушки. Мы их внутри строим, да? Кликая внутри на пространство. Ну, давай. 3, 2, 1. То есть 3 пушки можем делать. Больше нельзя. Heaven Power Generator. Ага, вот пушки. Так, стреляйте по вражеским стенам, кликая левой кнопкой мышки. Combat Cursor будет показывать, как много пушек у вас есть и какие перезаряжаются. Все туда давай. Они наш генератор валят. Так, в большинстве случаев у вас есть лимит времени. Постарайтесь успеть за определенное количество, да? И чё, подожди. А в чем прикол? Типа мы уходим на перезарядку или на починку? А, ну да, ребилд. То есть мы можем стенки строить, вау! Так, можем стенки строить, типа чиниться заново. Сюда давай. Сюда. Так, можно кликать, то есть ну, не кликать, а вращать мышкой, я понял. Блин, чё за тетрис начался? Ну, допустим.
А, то есть я могу новые форты строить, получается. Не совсем понимаю, зачем это и как, но звучит интересно. А, мы можем некоторые стены убирать. Непонятно, правда, зачем. Я построю какую-то срань. Не знаю нафига. А я не могу турели добавить? Да ладно, в смысле, а почему? Эй, чё я не стреляю? Алло! А чё стрелять не могу? Чё за фигня? Алло! Я вот кликаю, чё за фигня? Алло, алло, давай стреляй! Ты чё? Мы чё, терпилы какие-то? Don't lose your power generator, destroy the enemy power... Ну, вот он, генератор. Так, ваши стенки должны делать... А, я понял. То есть они должны какую-то зону здесь образовывать. И только в таком случае мы можем что-то здесь делать, да? Господи, что за срань? Как это вообще работает? О, отлично. То есть нам надо закрыть было, тогда они могут стрелять. Только в таком случае. В противном случае у нас нифига не сработает. Ну ладно, теперь понятно. Так, вот теперь можно пушки строить. Отлично, давай тут и тут одну. Все, теперь я более-менее понял. А можем мы просто сюда разрядиться или нет? To win, destroy the power generator of the enemy's heaven, it takes triple damage and your opponent has no... Ага, я понял. Разряжаемся тогда туда, как чем мы ждем? А, ну это будет очень долго. Это будет очень долго. Типа, я не знаю, как... Через сколько лет мы это снесем? Может быть, надо как-то проще сделать? Может быть, форт надо снести? Это будет быстрее. Так, все, вижу, нам тут посносили. Все, надо закрыться. Вот так, допустим, вот так. Хорошо, базовый форт. Тоже закрываемся, давай. А можем мы эту штуку закрыть, кстати? Ну, типа, почему бы и нет? Это ж форт. Игра с фортом, мы можем, по идее, закрыть это все. Ну, по идее, опять же. Я, конечно, могу ошибаться. И я, скорее всего, ошибаюсь. Но суть, думаю, вы уловили. Так, еще могу две пушки добавить. Раз, два. Так, надо, наверное, форт им сносить. Destroy walls around the enemy fort to make them lose power. Ну, понятно. Типа, сноси стенки, тогда они теряют энергию. Очевидно. Так, ну что-то стенки наши не очень хорошо дефаются. Давай сюда разрядимся, форт. Не, нифига не происходит. То есть сюда стрелять бессмысленно, я понял. Блин, прикольная игра. Что-то в этом есть. Так, Max Cannons плюс один мы сделали. Ну хорошо, давайте еще штамповать. Блин, на самом деле, я вижу, тут можно на одной миссии просто надолго залипнуть. Реально в Тетрис какой-то, блин, играем. Ну, не то чтобы я был сильно против. Уникальный геймплей, на самом деле. Я таких игр особо не видел нигде. Да, блин, не успел одну штуку поставить. Ну ладно, пофиг. Так, еще две турельки. Раз, два. Надо постараться им, получается, снести все вот это в округе. Или как? Я просто не совсем понимаю суть нашего задания. Как это правильно сносить? То есть надо им все посносить или как? То есть я сношу, дальше что? А можем мы просто вот... Ну они сейчас все восстановят. Как бы толку нам от этого. Если честно, я пока что не вижу толку. Не знаю, давай сюда заделаем. Я тут сейчас все наштампую. Короче, давай дальше, финиш. Я просто не вижу смысла мне тут что-то строить. Triple damage if no fort of power. А, то есть в три... То есть надо энергию ему снести. И только тогда мы сможем наносить три раза больше урона. Хорошо, то есть надо сейчас сконцентрироваться на... Пососить ему вот эти дурацкие стены. А теперь надо форт разряжаться. Ну, то есть генератор. Давай! Отлично! Не, что-то как-то не слишком ему много урона, я не знаю. Что-то, мне кажется, это такая, знаете, патовая ситуация, и бесконечная битва сейчас получается будет. Вообще странная, конечно, игра на самом деле. В каком-то плане. То есть они все равно застраиваются, и толку нам от этого. Типа, у них дофигища ресурсов. Это ожидаемо. У нас их тоже тут достаточно, я могу тут просто все засрать. Мне никто же ничего даже не скажет. Еще две турели могу добавить. Пипец. Не, ну если это нормально, что тут миссии так долго длятся, то даже не знаю.
разряжаемся, давайте им по форту по их. А теперь разряжаемся сюда. У нас вроде дофига пушек, можем посносить. Это будет долго, но мы снесем, думаю, за пару ходов. Мне кажется, надо просто дофига пушек делать, вот и все. Вот наша тактика успеха. И, возможно, надо делать больше вот таких вот зон. Вот таких вот, да, где мы будем больше энергии получать. И благодаря этой энергии как раз-таки будем получать больше пушек. То есть надо, наша задача, наверное, играть в Тетрис такой небольшой и получать больше зон. Тип того. Вот еще две пушки можно получить. Давай еще раз, пушка еще раз. Ну, я не знаю, типа, это мое предположение, как тут надо что делать. Так, генератор shielding is downfire. А, окей, все, то есть нам было достичь этого момента, да? Теперь в три раза больше урона. О, вот теперь я чувствую мощь нашего форта. А то до этого фигня какая-то была, если честно. Вообще непонятно, как и почему урон не шел. Просто полностью разряжаемся. Капец, вот это форт уже, да. Чувствую прям мощь его. Победа! Так, дают нам денежку, какие-то металлы и кристаллы. Я еще не последний. Там будут и другие. Командир Крей. У него целый большой флот. Он мощный и лояльный. Мы сейчас снова встретимся. Окей. Так, continue. Пока что геймплей довольно вяленький, я бы даже так сказал, но прикольно. Так, клик он research. О, исследование. Что можем делать? Экстра форты. Давай. А 3 секунды зачем? Так, клик to complete. Хорошо. Так, можем мы добавить еще один форт в нашу битву. Я не знаю, в чем смысл, то есть два базовых форта. Но, возможно, нам будет поначалу даваться больше турелей, я так думаю. Так, арит флот. Ну, там еще уровень, видите, слева сверху какой-то качается. Ладно, та же самая история. Уничтожьте их стены и не позволяйте им уничтожить наш генератор. Сейла, а может твоя лаборатория произвести что-то, что позволит нам подобраться к их батлстейшену незамеченным? Абсолютно. Я начну разрабатывать эту технологию в нашей лаборатории. Так, можем выбрать два форта. Базовый форт или базовый форт? Ну, выбор вроде как очевиден. Базовый форт. Типа, что мы еще можем тут сделать? Раз, два, три. Все. То есть на этой стадии мы ничего такого эксклюзивного не сделаем. Наша задача просто сейчас разряжаться по их форту и все. Сносить им стенки. И не давать снести наши стенки. И... ну и все как бы, да. Копить мощь. А может быть, нам им надо снести вот эти вот уголки? Типа, в них может быть весь прикол. Power Multiplayer Forts to... О, да-да-да, я понял. То есть можно нам несколько фортов объединять в одну цепочку и получать больше турелек. Это, в принципе, логично. Бам! Больше пушек. Всегда пригодится. Они тоже пошли ко второму форту. Ах вы, крысы. Так, раз, два, три. Нам надо больше места. Надо сейчас тут еще какую-то, не знаю, зону создать. Так, понеслась. Я так понимаю, надо вот эти штуки сносить. Они, типа, являются основами. По идее. А, мы можем атаковать. Лол, атакуем. Там сейчас максимум ДПСа будет. Да, у них, типа, не закрыт форт. Капец, я только сейчас это заметил. Блин, тут за этим надо реально следить. Капец. Блин, реально, это какой-то стратегический Тетрис. Кошмар. Не думал, что когда-то буду играть в Тетрис именно вот так. Ну, серьезно. Это чертовый стратегический Тетрис. Так, раз, два, три. Пипец. Так, надо снести вот это вот место. У меня турелей дофига теперь, могу этим пользоваться. Сейчас мы тут все посносим. Все стенки мерзкие, давайте им посносим. Ну все, они полностью разбиты получается. Нам сейчас надо наши стенки починить. Чиним. Чиним, хорошо. Так, и тут надо расширять наши зоны. Нам надо больше места под турельки. А то скоро оно закончится может и будет не очень приятно. Блин, ну игра прикольная на самом деле. Что-то в ней есть. Давай в уголку поставим. Так, турелек сколько у нас? Три. Раз, два, три. Хорошо.
Ой, не тут, не туда. Я случайно. По периметру сейчас все посносим. Блин, классно, когда у тебя дофига турели. Тебе вообще насрать на все. Блин, на самом деле это даже больше не стратегия, а какой-то, я не знаю, экшен. Так. Но если он сейчас не застроится, то я ему все снесу. Закрываемся. Блин, тут как-то тяжело. О, отлично, закрылись. Так, закрываемся, укрепляемся. Блин, реально тетрис. Жесть. Долбанный тетрис. Так, отстроился, да? А, не, не отстроился. Не успел. Ну чё, вся мощь сюда сейчас полетит. Просто одним залпом сейчас все снесем. Ну, или двумя. Ладно, двумя залпами, хорошо. Ну, блин, суть этой игры мне понятна. Довольно однообразный, конечно, геймплей, но прикольный. То есть, когда начинаешь разбираться, как игра работает, вполне себе прикольно. Так, новые апгрейды, кстати, открылись. Я практически завершила реконфигурацию нашей лаборатории. Если мы потеряем энергию до нашего начала... Поняла. Будем поддерживать ее в работоспособности. Так, continue. Нам тут дали ресурсиков. Давайте глянем, что мы можем за них сделать. Так, исследование. Requires level 5. То есть у нас тут левел качается еще. Так, upgraded fort. Reloader. Ага, быстрее перезаряжает турели. Класс, нужная штука. То есть больше стрелять будем. Отлично. Выберите апгрейдовый... А, мы можем форта заапгрейдить? О, давай этот форт заапгрейдим. Все, то есть у нас тут турельки будут быстрее работать. You can change your upgrade selection anytime. А, то есть можем в любой момент поменять апгрейд. Их всего 3 штуки, как я вижу, да? Ну и тут давай тоже релоудер. Так, бомбард форт. While powered, it comes with a free cannon and grants an extra cannon each round. То есть еще больше турелек. Sentinel форт. Incoming projectiles. То есть в случайном порядке... Рандомно уничтожает некоторые летящие снаряды. Прикольно, давай это исследуем. За, типа защитный форт. То есть мы можем сюда взять защитный. Давай один будет защитный, один будет перезаряжающий. На 15% быстрее перезаряжается, круто. Ну и форт бомбарды тоже можно будет взять. Это можно будет форт вот этот взять потом. Но это, наверное, мы потом исследуем, давайте дальше пойдем. Forward shield. А что у нас тут две звездочки? Finish at least one built wall's face without letting any wall pieces get... Ничего не понимаю. Тут, наверное... А, то есть наноси урон ему только тогда, когда он уязвим, этот генератор. Тут, короче, даже условия есть. Don't let any of your projectiles hit the ground. А, то есть, типа, стреляй так, чтобы ни одна наша ракета не попала по земле, только чисто все в цель летело. А то, что надо сделать... Рядом с исследовательской лабой ничего строить нельзя. Ну, победить миссии, понятно. И два форта одновременно взять? Это как? Подожди. В смысле одновременно? Claim it at once. Так, концентрируйся на как сказать, восстановлении зоны постройки вокруг лаборатории. Не позволяй ей потерять энергию. Ну, я постараюсь. Так, что это за новая миссия? Нажмите, чтобы узнать детали. А, вот, мы можем узнать детали миссии, класс. Так, берем этот форт, это очевидно. Три турельки. Понеслась. Я не могу строить, я бы забрал этот форт, но я ничего не могу делать. Так, понеслась. Вот, мы уже, по идее, потеряли энергию, нет? Не так это работает? По идее, нет, но... Так, хорошо. То есть, они, наверное, имеют... Keep the lab powered. Ну, все нормально. Да, блин. Отлично. Да иди ты нафиг! А, блин! Проблема, ребят. Я хотел успеть взять два форта сразу, ну, выполнить эту миссию. Не, ну я хочу рестарт сделать. Можно мне рестарт? Рестарт батл. Я тут все неправильно сделал. Я, ну, ух, ё, а чё так... А чё тут все снесли, не понял. Ну, еще раз. Рестарт. А чё, а чё сносится половина, я не понял, алло. Ладно, давай сюда. А чё за прикол? Написано powered. Это чё, баг, типа? Наверное, баг. У них 4 пушки? В смысле 4? А, они, наверное, форт взяли другой. Бомбард, да.
Пипец. Ну, тяжело сейчас нам будет. Надо вот это все восстанавливать. То есть, получается, если мы делаем рестарт, то мы должны переигрывать заново. Бред, конечно. Да, блин. Сюда давай, сюда. Блин, стенки эти дурацкие. Никуда не влазят. Они не влазят никуда, эти стенки. Я ничего не могу сделать. Так, рестарт. Ну, тут сразу рестарт. Блин, пипец, да что? А почему он уничтожается? Давайте, может быть, выйдем с миссии. Exit to hub. Потому что, ну, она не должна быть уничтоженная. Так, заново. Во. А, так они рандомно ставятся еще? Ля, клево. Давай тогда сюда. Вот, так это вообще изичное. Это уже от рандома все зависит. Раз, два, три. Все, сейчас мы на следующей миссии заберем вот этот кусочек. Тю, так это получается рандом. Есть даже небольшой. То есть рандом в расположении вот этой лаборатории. Прикольно. То есть можно перезапускать миссию до тех пор, пока тебе не понравится место, где... ну, тебе будет удобнее вести бой. Мне даже ничего толком не снесли, получается. Сейчас я это объединю, и все будет готово. Клево. Вот так. Вот так, вот так. Все. Миссия, по идее, выполнена, вон та дополнительная. Давай сюда. Блин, зря туда поставил. Ну ладно, пусть будет. А, блин, не успел вкулить. Так, три турельки. Раз, два, три. У нас получается сейчас они у нас ускоряются. И еще отбиваем какие-то... Да, вот летящую одну пульку отбиваем. Прикольно. Не все, конечно, но кое-какие отбиваются. Блин, на самом деле игра прикольная. Что-то в ней есть такое интересное. Вот, мы даже ничего не потеряли толком. Нормально. Конечно, она простая, очень простецкая, но прикольная же все-таки. Так, давайте укреплять наш форт со всех сторон, чтобы его вообще было не снести. На самом деле, про генератор вообще можно не париться, как я понял. Типа, ну да, наносит ему урон и... Вообще пофиг. Так, раз, два, три. Давай, давай, расставляй свои турельки. Так, понеслась. Надо как-то аккуратненько попробовать все-таки снести. Блин, пушки по КД перезаряжаются, мощно. Так, ну и снес я ему прям знатное количество форта. Он мне вообще практически ничего. Сейчас починимся. Со всех сторон. Да мне даже особо не надо тут ничего ставить. Вот если честно. Мне так вроде все хорошо. Тут можно укрепиться. Не, он зарядился, да? От скотина. Все-таки зарядился. Так, еще турели. Раз, два, три. Все, дальше надо расширяться. Просто по периметру сносим ему все. Тут тоже посносим, чтобы он туда силы свои потратил. Так, хорошо, форт просто у него горит. Теперь нам надо срочно расширяться. Не знаю даже как, но что-нибудь придумаем. Ну, типа того. Пойдет. Немножко добавим мощи. Немножко добавим всего остального. Так, еще три турели. Раз, два, три. Капец, этих турелей у меня просто с ума сойти как много. Просто ему одним залпом все по периметру снес. Офигеть. Даже не думаю, просто на пофиг стреляю. Реально, я просто на пофиг стреляю. У меня настолько много пушек, что даже не задумываюсь по этому поводу. Но пока что, я так понимаю, это первая миссия, они довольно легкие. Или вообще сама вся игра легкая. Как вариант. Вполне себе такой вариант возможен. Давай сюда. Тут можно делать еще одну зону. Потихонечку. Опа! Это у кого у нас тут генератор немножечко? Не защищен, а? Понеслась.
по КД стреляем. Все, готовьте ваши штанишки. Мы типа все миссии выполнили, да? Так, спасибо, что обеспечили защиту нашей лаборатории. Мы получили необходимое количество энергии. Да-да, я не распределяю бюджетом. Итак, мы готовы выдвигаться? Да, пошли в темноту. Дальше типа босс будет, да, получается, какой-то первого сектора или типа того? Ну да. Hazard detected. Надо какую-то штуку построить. Так, выполни все задачи и победи в миссии, чтобы получить бонусные кристаллы. А, ну понятно. Типа бонусные кристаллы, чтобы улучшить что-то. Да, вот Cloak & Veil. Эта штука типа нам нужна была. Ну типа маскирующийся щит. Так, давайте бомбарды изучим. Ну по приколу, почему бы и нет. Класс-то, плюс пушки. Пушек никогда не помешает. Ну что, давайте посмотрим, что это за миссия. Выполнять ее, правда, я не буду, но чисто глянем. Типа, мы просто подобрались, и тут будет босс-файт, да? Так, их Battle Station слишком мощная, чем докладывает наша разведка. А нам нужно сначала снести их броню, и потом реактор. Вы думаете, что вы сможете победить нашу крепость? Ха, даже не пытайтесь. Ну, понятно, надо сносить это что-то, да? Ну, давайте попробуем. Ну, чисто хочется попробовать. Что надо делать? Destroy this armor, platinum to expose. Вот сюда надо стрелять? А, ну да. Ну я понял, короче говоря, здесь надо будет сражаться не с фортом больше противника, а, ну, привычном понимании для этой игры, а сражаться с... ну, типа, это босс-файт, да. Ну это прикольно, что здесь есть босс-файт, реально прикольно. Интересная механика. То есть здесь есть даже, как видите, есть небольшие механики. Прикольно, ладно, давайте подведем итоги. По этой игре Sky Map тут даже есть. А, тут у нас разные зоны, да, будут? То есть это первая зона, стратум какой-то, и там дальше еще, видите, зоны справа есть. Прикольно, прикольно. То есть игра не на 5 минут, как я изначально думал. Так, ну что можно сказать про игрушку Sky Cannoneer? Она простая, очень простая. А, если честно, денег своих не заслуживает, потому что она продается там не за 5 копеек, а за такую средненькую, конечно, для инди-игр цену, но тем не менее, мне кажется, она должна быть намного дешевле. Ну а давайте перейдем к плюсам и минусам этой игры. Что мне в ней нравится? Мне нравится в ней концепция основная, то, что вы строите крепости и потом берете этими крепостями, воюете. Причем это делаете и вы, и ваши противники. Причем там дальше будут новые технологии всякие улучшаться и так далее. Короче, давайте запишем просто одной строчкой геймплей. Я единственное... Ну, это довольно свежо выглядит. И потому что... Ну, потому что я последнее такое воплощение игр стратегических видел, наверное, в костомках второго Старкрафта. Там, где были эти боевые корабли, на которых вы тоже на платформах строили пушки, энергетические щиты, какие-то стенки, самолеты, эти ангары с самолетами-перехватчиками. Вот честно, я это помню только последний раз, когда я играл в нечто похожее. Это в костомках второго Старкрафта было. И... Если углубиться вообще в дебри, была игра для первой PlayStation. Вот не помню, не скажу, как она называется, честно. Но точно знаю, что это было для первой PlayStation. Там нужно было, правда, не летающие форты строить, а просто вот наземные обычные форты, там баллистами шмаляться. В средневековом сеттинге все было. Игра была довольно клевая, и там даже был, ну, кооператив на двух игроков за одной консолью. Можно было форты друг друга поуничтожать. И это было клево. Собственно, эта игра мне напомнила вот ту игрушку для первой PlayStation и костомки для второго StarCraft'а. Что довольно прикольно. Но, что у этой игры еще интересного из плюсов можно выделить? Да, наверное, все. Понимаете, в чем проблема? Да, не, ну ладно, хорошо. У нее есть мультиплеер. Хорошо, давайте запишем в плюсы еще локальный мультиплеер. Правда, локальный подразумевает то, что вы играете вот игрок 1 и игрок 2, второй типа играет вот, я сейчас управляю стрелочками, или, наверное, можно это управлять, вот я мышкой управляю и стрелочкой. То есть это локальный мультиплеер, это хорошо, то есть на одном экране можно поиграть, это прикольно. Но, все-таки хотелось бы здесь нормальный работающий мультиплеер, не локальный, а по сети, хотя бы через локальные сети, но тем не менее. Имеем, что имеем. То есть давайте запишем, что здесь есть локальный мультиплеер. Чисто, знаете, такой плюс с натяжечкой. Но минусы какие у этой игры есть. Она довольно с течением времени станет скучной. То есть я бы сказал, что игра
как бы так сказать, она репетитативная. То есть она повторяется, у нее геймплейный процесс повторяется. Да, тут есть раз, тут боссы есть, да, как вы видели. То есть небольшое геймплейное разнообразие все-таки есть. Но оно, я так чувствую, быстро себя исчерпает. И уже вот дойдя до босса, все три битвы были по сути одинаковые. Единственная была битва вот с Техлабой. И то, это просто Техлаба, которую надо оборонять, не дать уничтожить противникам. В основном это обычные сражения были. Да, здесь появляются новые апгрейды, да, появляются боссы, но этого маловато, мне кажется, чтобы этой игре выстрелить. Поэтому минус я единственный запишу, так это то, что игра быстро может наскучить. Причем здесь нет мультиплеера, где можно с другом пофаниться, надо друга тащить домой. Конечно, круто, что здесь есть локальный мультиплеер, и можно вдвоем поиграть. Как на той же первой PlayStation, как я сказал, да, то есть можно было за два геймпада сесть, за одной консолью и поиграть вот эти вот трибушетами друг друга камни покидать. Но это было на первой PlayStation, было давно. Поэтому какие итоги можно подвести по этой игре? Потому что плюсов и минусов тут... Ну вот, все, кот наплакал. Игра очень простая. Если вам ну совсем нечего делать, если вы найдете эту игру за бесплатно, то поиграть просто вот так вот, посидеть, пофаниться можно. Но, если вы всерьез задумаетесь насчет того, чтобы купить эту игру, не советую. Она не стоит своих денег. Только по скидке в 90, там, 80-90%. Не меньше. Потому что игра довольно много стоит, мне кажется, для такого проекта. Потому что в ней маловато контента и маловато разнообразия, и она быстро наскучит. Но в целом она неплохая. Мне вот первые полчаса, в принципе, понравились, и я даже как-то кайфанул. Но, опять же, прям полноценно рекомендовать игру я не стану, поэтому поставлю желтый палец в бок. Имейте это в виду. На этом все. Как всегда, пишите комментарии насчет этой игры, предлагайте мне игры для рубрики «Мои впечатления» там же в комментариях. Если вы тут впервые, то лайкайте, подписывайтесь на канал, дергайте за колокольчик и не забывайте переходить по ссылкам в описании. В нашу группу во ВКонтакте, на наш Discord сервер и на наш Twitch канал, где мы постоянно стримим всякое разное, как стратегическое, так и не только. Буду всем и каждому там рад. На этом все. У микрофона был Мистер Чизер, и мы с вами увидимся в будущих видосах на нашем канале. Всем пока, ребят!